Ну, давайте никого мы не будем ждать, будем начинать. Уважаемые друзья, сегодня мы находимся в поселке Комсомольск Черноземельского района. Приехали на встречу с жителями Черноземелья, значит, и сегодня на встрече присутствует депутат Государственной Думы Федерального собрания, первый заместитель комитета по экономической политике, значит, Арефьев Николай Васильевич. Также Арефьев Николай Васильевич является секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации, членом президиума Центрального комитета партии. Мы, коммунисты, и выступаем против дальнейшей приватизации, против оголтелого банкротства, против страховой медицины, против повышения пенсионного возраста, его совершенно незачем было повышать. Мы против того, чтобы вводить вот этот единый государственный экзамен, который дискредитировал нашу лучшую образовательную систему. У нас есть закон образования для всех, который мы в следующем созыве, кто бы из депутатов ни пришел, но мы все-таки заставим Единую Россию принять этот закон, потому что этот закон образование заставляет учить, а не выдавать дипломы. В этом и есть принципиальная разница. Ну, я вот примерно закончил. Если есть вопросы, я готов ответить. Вот Галяева Тимона Галаевна, я родом из поселка Артезиан, я учитель, поэтому вопрос образования для меня очень важен. А задать вопрос, и даже не вопрос, а пожелание вам как депутату, а я бы хотела, чтобы наше правительство обратило внимание на такую проблему, как опустынивание. Я живу в этом поселке уже почти 20 лет, и то, что вот творится последние 3 года, засуха, и вы знаете, у нас на территории нашего района, Лаганского района, была проложена трасса Махачкала-Астрахань, и очень скудный поверхностный вот растительный слой был напрочь снесен. До этого большие работы проводились с Лукойлом. Они прокладывали там нефтепровод. Но я хочу сказать, что это очень важная для нас проблема. Вот недавно я узнала от коллеги, что в поселке Прикумском, это тоже Черноземельский район, продается 40 домов, потому что люди вынуждены бросать свои дома, уезжать в те места, где еще можно заниматься скотом. Вот. Ну и, естественно, если люди уезжают, то и будут закрываться школы, детские сады, ну, да, и так далее. Поэтому для меня это тоже важно. В частности, у меня коллеги есть, которые страдают аллергией, моя дочь аллергик. Поэтому я так думаю, что нужно какую-то, наверное, государственную программу инициировать, чтобы... Вот раньше в Артезиане был лесхоз. Они занимались высадкой песчаного овса и джезгуна. И это, ну, возымело свои действия. А сейчас этим уже никто не занимается. И поэтому хотелось бы, чтобы государство обратило внимание на эту проблему. Хорошо. Ну, когда учителя беспокоятся о хозяйственных проблемах, это, наверное, говорит о том, что проблема... действительно стоит остро. Мы вчера были у председателя Народного Хурала, разговаривали с ним. Да, он действительно ставил эту проблему во главу угла. Надо действительно будет разрабатывать федеральную программу. Мы договорились, вот вчера мы встречались еще с предпринимательским корпусом. Они готовят сейчас документ с расчетами, ну, что нужно сделать, чтобы не было опустынивания. Конечно, там большие капитальные затраты, но без федеральной помощи Калмыкия сама не справится с этой задачей. Нужны, конечно, большие инвестиционные вливания для того, чтобы прекратить это опустынивание. Но оно касается всего сельского хозяйства, касается, ну, программы улучшения плодородия почв, которая, в общем-то, закончилась и забыта. А надо ее восстанавливать, потому что... ну, эта проблема далеко не решена. Далеко не решена.
Ну и кроме того, это вообще, говоря, касается, наверное, вопроса плодородия и почв, потому что по всей территории страны брошенные земли, которые зарастают уже не бурьяном, а зарастают лесом, ну а там, где ухода за верхним слоем почвы нет, то там происходит опустынивание. Это касается Астраханской области. Я вот недавно в районе Зензелей там был. Там дома деревянные под самую крышу засыпаны песком, как снегом. Одни трубы торчат. И откапывать бесполезно. Там надо огромную технику притаскивать. Но дело в том, что через месяц все равно закопают опять. Потому что там действительно эрозия почвы настолько велика, что все превратилось уже в пустыню. Эта проблема, ну, известна. Я ее записал. Сейчас мы готовим документы для того, чтобы, ну, когда новый созыв 8-й вступит в работу, тогда у нас Кашин Владимир Иванович академик. Он, по крайней мере, в этом созыве, он был председателем комитета по сельскому хозяйству. Ну, если он останется председателем на следующий срок, вот тогда мы вместе с ним будем работать над этой проблемой. Вчера у нас состоялась, значит, встреча с предпринимателями республики, и, в принципе, в общем-то, этот вопрос, такой болезненный вопрос, значит, с учетом того, что у нас сегодня второй год мы находимся, скажем так, таким бедствием, как саранча, значит, засуха, и получается, что и перешло 2021 год, и мы сегодня увидели, как песчаные, так называемые, вчера, кстати, нас поправили, это не песчаные бури, а полевые бури. Песок так, в общем-то, не поднимается. Но вы знаете, что ваш земляк, человек, который, в общем-то, досконально знает эту тему, Бенбеев Константин Иванович, вчера он, значит, детально рассказал, что необходимо и какие программы готовятся. К сожалению, он не находит поддержку ни на уровне Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, ни на уровне Министерства природы Российской Федерации. В том числе, значит, к сожалению, он вчера говорил о том, что руководство республики, значит, и правительство каким-то образом, значит, оттягивает, отходит от этой проблемы. В принципе, как будто не слышит его. Хотя на сегодняшний день он является одним из специалистов и, в общем-то, профессионально, который занимается этой проблемой в течение десятилетий. И, в принципе, он говорит, что территорию, значит, опустынивания, если заниматься программой по борьбе, значит, с опустынением, значит, так, на территории Республики Калмыкия, необходимо всего 9 миллиардов рублей, и которая окупится в течение 10 лет. С учетом того, что эти почвы вернутся в сельскохозяйственный оборот. В принципе, мы там выиграем. И для нас очень важно эти все вещи делать. Вот эти вот недопонимания, значит, так он вчера донес до депутата Государственной Думы, значит, Николая Васильевича Арефьева. Николай Васильевич Арефьев, он, в принципе, это территория, так как сам он родился в Астраханской области, жил и работал там. Он вот эту проблему знает досконально тоже, потому что это касается и Астраханской области, Дагестана, значит, части Волгоградской области, значит, так, и уже она переходит, с учетом, что происходит сегодня, до Краснодарского края. Он правильно сказал на совещании, о традиционном совещании, где проходила, значит, проблема по борьбе с опустынью, он сказал краснодарца. Еще через 15 лет Краснодар засыпет вас песком. То есть он говорит о системном подходе вот к этой программе по борьбе с опустынью. И эта проблема не только Республики Калмыкия и его народа, это проблема юга России, в том числе вообще всей России. Но вы знаете, в 80-90-е годы, когда, значит, песок с Республики Калмыкия достиг Франции, территории Франции, об этом говорили международные организации, которые занимаются этой проблемой. Но, к сожалению, в последнее время, вы знаете, что была, значит, первая программа, мы переходили ко второй программе, ко второму этапу по борьбе с опустынью, значит, так. Но, к сожалению, на уровне правительства Российской Федерации здесь надо было необходимо выделять средства. Средства, конечно, это немалые были, но то, что связано с природой на сегодня, да, и в том числе на той территории, где живут люди, мне кажется, жалеть деньги на сегодняшний день нельзя, потому что это касается не только того населения, которое находится на территории, идет борьба с опустынью,
Но и другие территории, потому что это зло, будем на сегодняшний день говорить, которое приносит урон земле, деградации, значит, эрозирование почвы и все остальное, значит, она касается не только нас. Она касается всей сопредельной территории. Поэтому вчера, когда подняли этот вопрос, я поддержал, значит, и Николай Васильевич поддержал, значит, Константина Бембеевича, и мы, в принципе, сегодня готовы ему помочь в том, чтобы собрать все подписи глав республик, областей, которые уходят в боре, значит, в зону по борьбе с опустынью, значит, чтобы они подписали письмо, значит, президенту Российской Федерации или председателю правительства Российской Федерации о том, что необходимо сегодня второй этап по борьбе с опустынью на юге России, значит, включить его и выделить федеральные средства. Потому что потом, когда песок дойдет, значит, до Москвы или, скажем, до Воронежской области, денег нужно будет не 9 миллиардов или там 20 миллиардов, а триллионы денег. Если, например, сегодня подойти, вот есть программа «Большая Волга», на которую, значит, государство определено, значит, выделить 75 миллиардов рублей. Но они каким образом выделяются? Они выделяются, значит, каждого в области, которая находится, и территории, которая находится вдоль берега Волги, расположенной этой области. То есть каждый губернатор, каждое правительство в этой области рассматривает, для чего, каким образом все это использует. Ну, в советское время, вы помните, таких вещей не допускались. Если, например, эта программа создавалась в государственном учреждении, это государственное учреждение брало под опеку полностью всю программу «Большая Волга», то есть там стояло государственное учреждение, выделяются ему средства, и он занимался проблемой Волги, а не проблемой, значит, Волги на территории какой-то области. Вы понимаете, о чем я говорю, да? То есть это кусок, например, условно говоря, Цаганаман. Но это он заилило, значит, так Цаганаману выделили деньги, условно говоря, в Сирийском районе. Значит. Он этот остров, который там уже пешком можно прыгать на ту сторону, он и расчистит, и все. Через год опять ИЛ, ИЛ придет, в принципе, и он опять, так сказать, останется. Надо начинать не с устья Волги, а где Волга начинается, оттуда идти, значит, и всем этой программой заниматься. Конечно, эти средства тогда пойдут, и будет какая-то польза от того, что, например, деньги выделены. Поэтому мы, многие программы, коммунисты говорят, что необходим системный подход, и необходимо не раздавать деньги областям, а необходимо сосредоточить в одних руках на государственном уровне, чтобы контроль был именно достичь результатов, на которые выделяются эти средства. Почему этот вопрос стал на сегодняшний день и, значит, по борьбе, по плану по борьбе с опустынью, или комплексным планом называют по борьбе с опустынью? Значит, в Республике Калмыкия накоплен уникальный опыт. Уникальный опыт накоплен. И, кстати, вчера поднимался вопрос о том, что вот, например, почему не в Калмыкии, а вы знаете, когда Мишустин, премьер-министр Российской Федерации, приезжал сюда, он высказал мнение о том, что необходимо создать центр по борьбе с опустынью. Помните, да, писалось везде? Значит, и когда мы буквально недавно, мы 2 недели назад услышали о том, что, значит, в Волгограде открыт научный центр, в том числе, значит, по борьбе с опустынью. Поэтому вчера вот человек в профессиональном плане, который подготовлен, он сказал, говорит, ребята, говорит, там подготовлен научный центр, и это необходимо, потому что вот тот научный центр, на базе которого был создан, вот этот по борьбе с опустынью научный центр, значит, так, у него накоплен 10-летний опыт по борьбе, научный подход, каким образом бороться с его. А другой вопрос, что касается, значит, создать производственный комплекс или производственный центр на территории Республики Калмыкия, да, вот этот, да, действительно необходимо делать. То есть необходимо, не надо путать, значит, научный центр, да, с производственным комплексом, с производственными, значит, задачами, которые стоятся перед этим центром. Вот с этим центром, чтобы в Республике Калмыкия, чтобы это построили, он вчера попросил, значит, у нас помощь. Давайте, говорит, я объеду там вот этих, выйду на глав республики областей, которые, значит, сопредельные, которые с нами, значит, да, которые страдают, да, от песков. И мы готовы, значит, в этом отношении, значит, отработать. На сегодняшний день, на мой взгляд, мне кажется, что вот это вот, в том числе, значит, одна из бед нашей республики, когда у нас не хватает воды. Вторая, значит, проблема, это, естественно, конечно, пески. Бороться с ними необходимо не только Республике Калмыкия, еще раз повторяю, всем сопредельным областям, которые сегодня находятся вот в зоне бедствия, значит, песков, которые сегодня надвигаются.
Поэтому я просто хотел довести до всех о том, что мы сегодня тоже хотим подключиться к этой работе и на уровне федеральном уровне, на уровне Государственной Думы, значит, постараться сегодня, значит, оказать практическую помощь Республике Калмыкия для того, чтобы у нас здесь и, значит, производственный комплекс, будем говорить так, производственный центр был открыт здесь, значит, так, в связи с тем, что у нас накоплен определенный опыт и с учетом, значит, наших возможностей, да, производственные, будем говорить так. Вот, и тогда вот на, я не знаю, в этом году или же, по крайней мере, в этом году мы хотим, значит, письмо, значит, подготовить и направить его. А следующий созыв, когда, который состоит в Государственной Думе, 8-й созыв, то мы постараемся там уже выйти на уровень правительства и как бы там попросить, чтобы все-таки помочь, практическую помощь оказать выделение федеральных средств вот по комплексному плану по борьбе с опустынением. Спасибо за внимание. Николай Васильевич, я хотел обратиться к вам с таким вопросом. 49 лет назад мы отгонные пастбища отдали Дагестану. Время пришло, эти земли мы назад вернули. Но 12 точек, росписи один пера, это господин Орлов, подписал, и эти 12 точек забрали назад. И там мы посчитали так, каждая точка держит где-то по 2000, по 3000 овец. То есть вытаптывают они нашу траву, землю нашу. Пастбище. Это пастбище. Да. И во-вторых, там у нас больница в Артизене есть, там где-то на 120 мест. Вот они просили, очень просили, меня сказали, чтобы я выступил, сказал, попросил, чтобы выделили хотя бы сплит-систему. Там, вот такие. Mm-hmm. Не хватает. Что, совсем нет? Нет. А больница кому принадлежит? Кому? Наша. Ну, Минздрав, это самое, да, как здравоохранение Калмыкии, да? Да. Но я имею в виду, не железнодорожная там больница? Нет. А она в каком селе? Артизиан. Артизиан. Это там население. Станция Артизиан. Население 3800, а райцентр 3200. Угу. Да, да, там такое есть. Все, спасибо. Понятно. Ну, я бы хотел, вы знаете что, здесь присутствует заместитель главы администрации, да? Если у вас есть возможность, по 12 точкам вы можете нам дать четкое там какое-то... Да? Тогда мы договорились таким образом, что мы с администрацией сейчас свяжемся, 12 точек, значит, так, наверное, есть какой-то документ, как вы уже сказали, значит, мы хотели посмотреть, узнать на основании чего, каким образом все это дело сделалось. Потому что, я так понимаю, к 12 животноводческим стоянкам отошли еще и земли. Так я понимаю вас? То есть вот надо понимание, что такое, что это не только животноводческие стоянки, а земли. Насколько я знаю, по-моему, вопрос стоял о 90 тысяч гектарах отгонных пастбищ. Так? Да. Так, да? А вернули обратно столько тогда, когда получается? Ну, вернули обратно. Ну, где-то 10 тысяч, наверное, обратно вернули. Да, да. Примерно. Если брать 700 или до 1000 гектаров, каждый животноводческой стоянки идет. Да. Да, с комплексом там со всеми делами, да. Давайте мы сделаем так. Тогда мы сразу говорим таким образом. Мы сделаем депутатский запрос с Министерством земельных отношений, значит, так, имущества, о том, когда и каким образом эти точки отошли, значит, отгонных пастбищ. Там же, наверное, не Республики Дагестана они отошли, а этим людям, которые там находятся, или как? Нет, это они отошли к Чародинскому району. Так. Республики Дагестана. Не-не, давайте так. Значит, они находились, значит, в этом, как бы, они в аренде находились, значит, потом нам вернули. Да. Теперь вопрос такого характера. Они передали, в аренду передали, значит, там, условно говоря, на 49 лет, да, этому Чародинскому району, или же передали непосредственно крестьянским фермам с хозяйством? В общем, все передали нашему району, то есть Лаганскому району и Черноземенскому району. 12 точек они оставили себе. То есть 2 года назад, когда праздновали день сельского хозяйства, Кочубей подписал бумагу. И она отошла. Все, спасибо, я понял вас. Спасибо. Давайте мы теперь разберемся, какие основания были. Хорошо. Договорились? Спасибо. Спасибо, что вы пришли.
Значит, вы, в принципе, можете вопросы задать и вот выйти на улицу, мы, в принципе, еще раз говорю, сказать, задать вопрос, пожалуйста, к вам подойдут, и вы можете, в принципе, значит, и задать вопрос на камеру, и мы готовы там ответить, если, конечно, ну, люди, вот, многие стесняются. Поэтому хочу поблагодарить, значит, за ваши вопросы, которые вы сегодня задали Николаю Васильевичу и мне тоже. Мы сегодня с вами, так сказать, друг друга, да, увидели, услышали. И я думаю, по результатам люди, которые на сегодняшний день находятся, ну, партийная организация на территории Черноземельского района, она получит ответ, значит, и доведет через средства массовой информации, значит, напрямую к тем людям, которые задали вопрос, наш ответ. Договорились? Все, большое спасибо вам. До свидания, удачи.